Несть поэтических названий этого минерала, и слезы моря и до солнца, по-разному он зовется. Электроном в Древней Греции называли, румынитом в Румынии, где добывали, бел горюч камень алатырь в древнем описании русской земли. Только в Калининградской области месторождения достаточно редким считают в наше время. Порой под страхом смерти собирать запрещали, сильные миром всем завладевали. Верили, здоровье беременным дает, хорошо развивается плод. Если как амулет носить, и опухоли может амулет янтаря лечить, если над ней привязать, а также камни в почках предотвращать. Простатиты душевных расстройств приписывали янтарю излечивать свойства, да и просто как фимиам сжигался древним богам. И вот благодаря химии янтарную кислоту получили мы. Стрессоустойчивости и здоровье являет она собою. Так камень редкий и прекрасный стал доступным лекарством.